съездила, купила живые камни. Вот такая красота сейчас. Просто супер. Там уже ползает какая-то маленькая улиточка. И морские звездочки там в камне. Вообще прям класс. Посмотрите, какая прелесть. Вот уже поздно. Собираюсь спать. Посмотрим, что будет завтра. Также я установила нагреватель, что в аквариуме холодно. Без нагревателя около 20 градусов. Сейчас выставила на 25. Ну все. Также забыла сказать, добавила в воду вот такие бактерии. Стартап. По одной капсуле. Бактерии и питание для них. На свет я поставила два таймера. Вот есть синие и белые диоды. Вот так выглядят только синие. Вот так выглядят только белые. А синие горят весь день. И белые включаются на несколько часов днем. Ну, часов на 6, наверное, на 7. Слушайте, я не помню уже, если честно. Так, значит, все это у нас очень хорошо туда прячется. И черный фон я пока что не купила. Вот, из планов, наверное, поставить его на две стороны. И также хочу покровное стекло, потому что вода испаряется. И остаются такие разводы некрасивые. Я уже один раз подливала немножко осмоса. Вот, ну, надо как-то стекло. И светильник я хочу прикрутить к шкафчику, тогда он не будет мешать. Вот, вообще аквариум смотрится на кухне супер уютно. Небольшой бардак у меня. Но посмотрите, как это классно. Блин, ты такой сидишь, завтракаешь или пьешь чай. И тут рыбки будут. На одном из живых камней ко мне попало немножко ксении. Мне сказали, что она в не очень хорошем состоянии. Вот, но, возможно, ей станет у меня получше. И вот уже несколько дней она чувствует себя вроде бы нормально. Она открывается, закрывается. Видите? Блин, такая прикольная. Еще в этом же камне живут две морские звезды. Я их не могу показать, потому что они как-то очень прям сильно прячутся. Вот, есть вот такие штуки. Вот, видите? Вот внизу тоже такие есть, но когда к ним подходишь, они прячутся. Вот. Также здесь есть гамарус, который просто бегает и прячется где-то. Он иногда вообще как бешеный выбегает. И на втором камне вылезли вот такие штуки. В первый день одна, а сейчас смотрите, как их много. Причем на ночь они прячутся, а вот в дневное время вот такие классные. И под синим светом у них вот эти серединки, видите, зеленым таким горят, а под обычным светом нет. Вот, еще у меня есть какая-то маленькая штучка на камне. Но ее, к сожалению, здесь не видно. Вон она красненькая, не знаю, что это такое. Но тоже вроде что-то живое. Вот, из живности я еще видела какого-то червяка ночью. И у меня есть одна улитка. Не знаю, где она сейчас. Ну, в общем, одна улитка присутствует. Вот теперь нужно подождать недельки две. И я надеюсь, что
Все это мы будем развивать. Так, еще я решила посчитать свой бюджет о том, сколько потрачено на морской аквариум. Вот, так как морской аквариум это просто какая-то огромная ниша для инвестиций, вот я решила, будем записывать. Вот, ну что я могу сказать? Пока что на неделю, на две в аквариуме ничего не будет происходить. Вот, мы будем ждать, пока там все основательно так запустится. И потом будем подселять кого-нибудь. Очень волнительное такое будет событие. Обязательно сниму для вас. Вот, а пока что всем пока.